С 15 по 18 марта 2012 года в Международном выставочном центре «Крокус-экспо» прошла 8-я международная выставка «Салон каминов» – самый успешный и перспективный российский проект в данной сфере. Весна – начало нового строительного сезона. Поэтому организатор выставки, международная выставочная компания World Expo Group, выбрала именно это время для проведения мероприятия. Добрый день! В очередной раз компания «Супра» предоставляет свои две торговые марки, торговую марку «Супра» и торговую марку премиум-сегмента «Ришар Ледров». Выставка в Москве для нас является одним из важных событий года, потому что она дает нам возможность не только пообщаться с нашими партнерами по бизнесу, но и четко понять, какие требования потребителя на сегодняшний день являются приоритетными на российском рынке. Генеральный информационный спонсор – журнал «Камины и отопление», издательский дом «Красивые дома пресс». Здравствуйте! Мы – французская компания, производящая камины под маркой «Тотем». Сегодня мы представляем вниманию российского потребителя одну из наших самых лучших моделей. Обратите внимание, что когда вы открываете дверцу этого камина, вы можете наблюдать всю красоту огня со всех сторон. Это полностью соответствует названию нашей компании – «Тотем». Комплексное видение огня. Мы очень надеемся на российский рынок. Он по-настоящему важен для нашей компании. И мы отлично работаем с нашим дилером, компанией Artone. Салон каминов демонстрирует ежегодное увеличение экспозиционных площадей и рост интереса широкой публики. В 2012 году выставку общей площадью 6600 квадратных метров посетили 26 тысяч человек, приехавших из разных регионов России и более 20 стран дальнего и ближнего зарубежья. Из них 46% составили специалисты. Добрый день. Вот представляется компания «Шпатем». Вот здесь, 8-й раз, вот на этой выставке «Салон каминов». Мы в дальнейшем надеемся на успешную работу вот данной выставки и в ближайшие годы. Мы очень рады, что вот здесь большое количество фирм, в том числе зарубежных, принимает участие. В 2012 году организаторы привлекли 90 экспонентов из 15 стран мира – России, Бельгии, Венгрии, Германии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сербии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии. В выставке приняли участие такие крупные компании, как «Домотехника», «Артон Камины», «Эко Камин», «Грей Фэктори», «Туликиви», «Фламбис», «Глобал Камин», «Торговый дом Белая Гвардия», «Дитрон», «Интерфлейм», «Нибе», «Белфорд Камин», «Рил Флейм», «Шидель», «Проспект» и многие другие. Основные разделы выставки – дровяные камины и печи, газовые и электрические камины, биокамины, отопительно-варочные печи, барбекю и садовые грили, облицовка для каминов, кованые изделия и аксессуары, отопительное оборудование и дымоходы. Выставка «Салон каминов» – это уникальная возможность для налаживания деловых контактов, развития межотраслевого сотрудничества, обмена опытом с региональными и мировыми производителями каминов, печей и отопительного оборудования. Это лучший способ составить наиболее полное представление о новых разработках в данной области, изучить покупательский спрос и предложение рынка. Выставка «Салон каминов» – это и активная рекламно-информационная поддержка экспонентов, как на этапе подготовки мероприятия, так и после его проведения. Генеральный интернет-партнер – каминмагазин.ру – информационный портал о каминах, печах, дымоходах и отоплении частных домов. Добрый день! Для компании «Туликиви» Россия – это очень важный широкий рынок, ведь он постоянно растет и развивается. И у нас есть масса достойной продукции, широкий спектр качественных и конкурентоспособных продуктов. Адаптирована, разумеется, эта продукция под российский рынок с очень высоким качеством обогрева помещений. Продукция нашей компании обладает массой достоинств, и, используя ее, вам не нужно тратить дополнительные деньги на обогрев дома, ни электрическую энергию, ни какую-либо другую. Для конечного потребителя выставка «Салон каминов» – это хорошая возможность приобрести товары и оборудование по акциям и специальным ценам непосредственно со стендом производителей.
Компания Schmidt рада принять участие в замечательной выставке «Салон каминов» 2012 года. Российский рынок для нашей компании является очень интересным, так как мы видим, что он динамично развивается. Большое внимание посетителей, как частных клиентов, так и профессиональной аудитории, архитекторов, дизайнеров, строителей, привлекали стенды с популярными в нашей стране традиционными отопительно-варочными печами, каминами, роскошными порталами. Салон каминов вновь возвращает популярность безусловных шедевров традиционного русского искусства из изразцовых печей в загородном доме. На выставке можно было увидеть большое разнообразие реализованных печей, получить консультации профессиональных мастеров по кладке таких печей и оформить заказ непосредственно на стенде мастера. Здравствуйте, представляем вашему вниманию финскую фирму, компанию Nunauni, которая является ведущим производителем теплоаккумулирующих печей. Огромное спасибо компании World Expo Group. Одновременно с выставкой «Салон каминов», представивший полный спектр продукции о газовых электрических каминах, биокаминах, популярных сегодня в городской среде, в МВЦ «Крокус Экспо» прошли выставки смежных тематик. Деревянный дом, аквасалон «Wellness и спа», бассейны и сауны, дом и сад «Moscow Garden Show». Темы данных выставок, традиционно привлекающих самый широкий круг посетителей, тесно взаимосвязаны и гармонично дополняют друг друга. Традиционным дополнением выставки, пользующимся популярностью на протяжении уже многих лет, стало шоу печников, в котором приняли участие члены Московской гильдии печников. Выставка «Салон каминов» в этом году показывает хорошие результаты. Большое количество экспозиций увеличено примерно на 20%, много появилось новых западных компаний, и также выросли стенды российских компаний. Представлены практически все представители со всех регионов России и мировые бренды. Ждем вас в следующем году и надеемся, что выставка даст хорошие результаты в этом году. Интересным дополнением выставки стала галерея мебели. Большую экспозицию представил холдинг 8 марта. Персональные приглашения на выставку «Салон каминов» получили более 50 тысяч специалистов в данной области из разных регионов России. Выставочная компания World Expo Group приглашает вас стать участниками или гостями «Салона каминов» 2013 года, который пройдет с 14 по 17 марта в МВЦ «Крокус Экспо».